Здравствуйте, мои дорогие любимые, с вами снова Карина. Сегодня мы с вами погадаем в розовом саду. Представляете, какая красота. И у нас с вами будет послание высших сил для вас на таро драконов. Драконы, я мать дракона. Я мать дракона, буду рассказывать вам про драконов, ура! Итак, значит, послание высших сил для вас на таро драконов. Тут у меня розы вокруг, видите? Вот это все розовые кусты. Я в розовых кустах сижу. Итак, послание высших сил для вас. Что вам хотят сказать высшие силы прямо сейчас? Давайте узнаем. Итак. Ух ты, вижу здесь королеву стрел, королеву жезлов, да? Карта, конечно же, показывает, что в скором времени высшие силы посылают вам какую-то женщину. Может быть, это огненная яркая женщина, например, шатенка или брюнетка, такая вся с красной помадой, там, с яркой одеждой, да? Или такая, ну, харизматичная, интересная женщина, самодостаточная, которая сама зарабатывает себе на жизнь. Вот, либо... Это женщина знака огня. Овен, стрелец или лев. Если у вас тоже знак огня, это не значит, что вы это будете та же самая женщина. Высшие силы посылают вам эту женщину в помощь для чего-то. Значит, дальше мы видим туз пентаклей. В связи с тем, что вы с этой женщиной пообщаетесь, после этого начнут приходить большие деньги. Или буквально какая-то женщина переведет вам крупную сумму денег в связи, допустим, с чем-то. Может, вы дом продаете или квартиру, или машину. Дальше мы видим шестерку пентаклей. У вас что-то будет очень в хорошую сторону скоро решаться с работой. И поэтому, конечно же, вышла эта карта еще и с тузом пентаклей и с королевой жезлов. То есть, действительно, высшие силы хотят сказать, что в скором времени у вас действительно поправится ваше финансовое положение. Именно поэтому они сигнализируют о том, что вот связывайся с какой-то женщиной, да, может, она тебе работу даст или еще что-то. Дальше вступают в игру король кубков, то есть высшие силы еще и посылают вам вот такого интересного мужчину. Может быть, это мужчина знака воды, рак, скорпион или рыбы, а может быть, это просто, допустим, если вы женщина, влюбленный в вас мужчина, или если вы мужчина, очень компанейский мужчина, который очень любит общаться, разговаривать, да, со всеми, помогать людям. Вот. И дальше мы видим карту повешенной. Повешенный показывает, что этот человек буквально попадает в не очень хорошую ситуацию и находится в подвешенном состоянии жертвы. По карте Иерофант вы должны ему помочь. То есть проявить свой какой-то авторитет, да, в жизни. Может быть, вы влияете на эту ситуацию. Может, вы влиятельное лицо в этой ситуации. Вы можете себя проявить как иерофанта или дать ему очень хороший совет. И дальше мы видим девятку пентаклей, которая четко показывает, что этот человек еще больше расширит ваши денежные каналы. И в итоге, в связи с тем, что вы ему помогли, вы гасите кармический долг. И, соответственно, потом у вас опять приходят деньги. Смотрите, как вам будут высшие силы, да, подкидывать деньжат в ближайшем будущем. Дальше мы видим тройку мечей. Тройка мечей показывает, что кто-то будет вам очень сильно плакаться или перед вами извиняться. Высшие силы посылают вам человека, который раскаялся, да, или сожалеет о своих в жизни поступках. Дальше мы видим восьмерку жезлов. После этого вы поговорите, и придут очень хорошие новости. Это, скорее всего, рыцарь пентаклей. Возможно, это мужчина, может быть, либо не очень романтичный, просто работящий мужчина, либо мужчина знака Земли, дева, козерог или телец. Вот такой вот интересный получился расклад послания от высших сил. Пишите, как у вас он в итоге проигрался.